Друзья, ну вот смотрите, вот так готовлюсь к приезду Пэчо. Сейчас приедет. Жорик тоже ждет, он уже наготове. Да, Жорик, кто приедет? Санчо Панчо. Пэчо твой, да? Пэчо, 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 пэчо. Приедет сейчас бандюган на BMW. Вот так, ребята, сегодня у нас вкуснейшие бутерброды. Основа это гренка. Фирменная колбаска с прорезью ветчиной, фирменный грузино-российский сыр, да что ж такое, кто мне там строчит, помидорчики украинские, огурчики и, конечно же, хинкали. Вот, друзья, готовлюсь к приезду мультика. Смотрите, сколько ножей набрал. Пусть выбирает орудие для фехтования. Друзья, как вы думаете, Пэчо Лэчо опаздывает? Ну, конечно же, да. Жорик, взять его. Жора, кого ты ждешь? Кого ты ждешь? Пэчо, да? Пэчо должен. Мультик приехать. Мультик должен приехать. А как ты его ждешь? Как ты ждешь? Как ты ждешь? Нет, это не для тебя. Это бутерброд не для тебя. Это для голодающих салтовчан. Да. А ну. Хорошо. Хорошо. Чужой. Хорошо. Молодец. Взять его. Чего ты молчишь? Чужой, да? Иди, куда ты пошел? Кто тебе разрешил? Ну что такое? Вот, друзья, бездельники ходят. Все, всего доброго. Доставка глобус. Или ракета. А куда ты пошел? Жора. Бля, и убежал. Жора. Я сам его боюсь. Жора. Ты убежал. А чего ты убежал? Что ты? Ой, боже, ах ты продажник. Жора, боже. Ты что, продажник или что? Он ходил по делам, да? Писал, да? Написал, скотина. Все, все, Жора, кроссовки стоят за 3000 гривен. Дома. Реклама делай. Реклама. Доброе утро, чек. А, уже, да? А я хотел еще. Вот. Ходим уже минут 20. Полная тишина. Да, Саня? Горячие жареные пирожки. Говорю, полная тишина вообще. Умиротворение. Ой. Не помню что. Да? Угу. Что-то хорошее. Это раз не звонил, это тракторист. Дальше разряд тракторист. Друзья, купил секундомер обалденный такой и недорого очень. Все рабочее. Выхватил его за 200 гривен. Это цена вообще шикарная. Цена шикарная. Да вот, секундомерчик, 200 гривен всего лишь. Согласна? Цена вообще. Подписчики спрашивают, когда дядя Аджи канал? Вы че похудели? Да. А что, с чего? Да. С меня берете пример? Мало ем, братан. Не идет кушать просто. Или жарко, да? Да. Привет, мои хорошие. Еще раз, ну что? Слава труду. Барахолка мертвая вообще. Мертвей не бывает. Ужас такой. Потратили 260 гривен, купили ручку, секундомер и вот эту великолепную бейсболку.
Ребята, как выносят мозги? Вот тоже Сани купила женщина тамагочи, боже. Вот он не умирает. Он умирает. Он умирает. Как там дословно? Он умирает. Укол не делается, не хочет, и он умирает. Не делается укол, он умирает. Верните мне обратно. Пишут сегодня тоже люди мне. Ой, по часам. Как они доедут? Вчера продрочили мне мозги с ножом. А как? А щечки покажите. А на видео снимите. На видео снял, а покажите на фото. На фото показал. А я подумаю. Потом опять. А покажите мне вот тот нож. И вот так все. А есть ли люфт? А люфта нету, значит. А покажите лезвие. Ну, все же на видео видно. За 100 рублей, чтобы был 200, завода, да, 200 гривен, 80-й год. Ну, невозможно. Мертвая, жарища такая. Потом звонит по микроволновке. Добрый день. А вы де? Мы в центре. А де? А вы можете до метро спуститися? Та не можем, ну какая? Ну я еще должен вам микроволновку везти в метро. Может там еще ее проверить и приготовить. Ну такой бред. Потом, а де точно? Мы не знаем, де це. Ну как можно не знать Майдан Конституции? Ну как? Ну даже если ты из такой Кугутеевки не знать, где Майдан Конституции. А вона робе. А як перевірити? А як перевірити? А як йоб твою, да що таке, а? Да ж... А він туди смотрить, блядь. Он, видиш, він їба повернув туди смотрить. Е, слушай, а куди ти скатываєшся? В бездну! Вони не можуть. Он в бездну йде, в прорубь. Ладно, що, їдемо туди? Та хер його знає. Зараз думаємо... Туди їдемо за м'ясом. Їдемо віддихати. А що робити? Візьмемо зараз пару... КГ м'яска, удочку візьмемо. Молодых девчонок? Не. Не? Не. Не, девчонок не берем. Не молодых. В общем, ребята, капец. Ну, я на барахолке меньше в день 2000 я не тратил. Ну, я не помню такого, чтобы. Ну, то есть я потратил 200. А сегодня вот мы купили. Ну, это позорище. Это просто позор. Просто позор. Та-да. Это реально. Это у всех вот такая беда. Да, и люди говорят... Так что ждите нас, куда мы едем в следующий город? Едем, ребята, либо в Днепр, либо в Киев, либо в Санта-Монику, вот, мы решили. После 15 числа. В Санта-Монику. После 15, да? Да. Гости кому-нибудь, хоть кому-нибудь гости. Открывайте приедут. Дверцы, Двери. Едут к вам крутые перцы. В общем, ребята, кому нужно тамагочи, который не умирает? Или умирает от укола, звоните Александру, он вам обязательно укол сделает. Укольчик сделает. И продрюкало мозги, 200 рублей, а вот он умирает, а он не умирает. Но откуда мужик здоровый должен, сука, знать, вот эти на мопедиках, я их называю, педики на мопедиках. Я тоже хочу купить самокат. Ну, будешь такой же. Откуда здоровый мужик должен знать, умирает там, он говорит, рабочая. Ну, откуда он должен знать, умирает от укола этот динозаврик или нет? Вот ребенок плачет. Ну, это дословно, ребята, это не то, что там я придумываю. У меня их 150 штук, надо было каждый вырастить. Надо вырастить тамагочи, чтобы проверить тете за 200 гривен. А почему он дороже, дешевле, чем тот? А почему там цена 800? А почему... Да потому что, объясняет человек, что они разные. Для коллекционеров это существенная разница. Для коллекционеров они действительно есть дорогие, есть дешевые, есть их очень было мало выпусков. Цветовая гамма, наполненность по игре. Ну, люди, вот, и начинается вот это дрочилово мозга. А почему? А ребенок плачет. Вот. Так не, она полностью работает, все. Она говорит, не нажимается, говорит, нажимается кнопка, он заболел, нажимается кнопка выбрать, типа шприц уколоть, а он типа показывает головой, не хочет, типа колоть. Не хочет. А говорит, и он сразу умирает.
поменять им на другого тамагочи. Я говорю, хорошо, поменять. Отправьте на ложкой. 100-гривневые товары все просят отправить на ложкой. Ну, то есть, смешно. Доходит уже до такого. Почта, ты видел, что почта? Почта уже под 70 гривен стоит. Уже, блядь, такой коробочек, блядь, 70 рублей. Доходит уже, до, просто до смешного, до абсурда, я бы сказал. Не, ну люди тоже предстерегаются. Ну, понятно, тоже можно много мошенников. Но, блин. Хотя бы уже смотрят, сколько у тебя уже объявлений. Ну, открывай твой аккаунт, который стоит уже там уже с какого-то года, там, с 2012-го, 10-го, ну, минимум хотя бы 5 лет аккаунту твоему. И объявления у тебя же не 2-3, как мошенники создают. У тебя 100-150 объявлений. Отзывы, что ОЛХ же сделал уже отзывы, которые уже можно посмотреть, рейтинг. Там, хороший рейтинг у него или плохой у него рейтинг. Ну, блин, и все равно люди... 100-рублевая хотят купить за наложку. Ну, блин, ну... Наложка 100 гривен. И вот 100 рублей стоит 47 гривен новая почта, доставка, и 30 гривен перевод денег. 85% товар стоит больше, чем, блядь, человек покупает. Его. Ну, а смысл? И он еще говорит, уступите мне. Я говорю, так зачем вам уступать, если вы просите наложкой? Ну, зачем? Вопрос. Я тогда не понимаю. Это хулиганка. Хулиганы! Ладно, едем на другой базар. Посмотрим, поедем, что да? Там. Там поедем, что там посмотрим. Ну а что, пока ну, делать нехер, что пока. Друзья, ну что, приехали с Александром на барахолочку. Вот она, на Героев Труда. Ну, понятное дело, мертвое все. Купить нечего. Даже перекупщики. Людей сколько? Людей, вон, видите, смотрите, капец. Нету никого. Ой, не знаю, что его робити. Едем на следующую барахолку. Едем есть окрошку и пиццу. Буа! Вот вам. Вот вам и барахолочки. Нифига себе. А какая колбаска там? Фирменная. Сейчас. Алло, вообще. Капец. Что ты на меня снимаешь? Я тебя вообще не снимаю. Сам не... делал окрошку. А какая? Что какая? Какие огурцы? Не наколотые. Под... Сам варил? Да. Скажи мне, блядь, эту. Молоденькая. Да. Как женщина. Бондюэлька. Бондюэлька. Кислоту лимонную. Не-не-не, у меня... Я ж кислоту люблю. Не-не. Спасибо. Да, хватит. Куда ты шо? Вот, ребята, видите, заставил мультика, пристыдил его серьезно, выбил себе завтрак, обед. Нет, все-таки сниму я этого кавказца, но очень похож на тебя. Мы тебе сейчас усики приделаем, смотри какой, Джигарханян молодой. Да-да-да.